одиночку, да? Что может сделать сейчас Игорь Макаров? Посмотрим. Тут слабую борьбу проигрывает Макаров. Столкнулись, правда, совсем. Разгадал его маневр Никита Гусев. Друйбург встретил соперника недружелюбным силовым приемом. Карпов побеспокоил здесь. Бросать с разных позиций. И вот сейчас мы видели броски, которые успешно и удачно сблокировали игроки Барыса. Эту борьбу они выигрывают. Ну, сейчас очень здорово тащит шайбу игрок Динамо. Подключает Гончарова, тут бросает и Гореев подставляется под шайбу и пытается убежать от троих спартаковцев сразу. Находит Крикунова. Но тут уже все уже вернулись. Тут же атака в части Вредовченко. Жесткий силовой прием получает Данил Романцев. И мы видим, также повреждение получает. Приводит к тому, что пока мы звено Патриса Камье в атаке-то и не видели. Вот сейчас Петерсон шайбу подхватил. Применяет против него силовой прием Наумов. Очков. Пяти матч. Таугеш видел двух соперников. И перекладывал против Дюбеля. Прям просто вау. Силовой от Константина Корнеева в сезоне. И вот силовой.